Ну псик, ну псик. Что я показываю первым днём? Вот это показываю. А это он факт показал сейчас? Ну, я только, я только факт показываю. У меня два уровня. По одному по очереди. Хорошо. Да блин, я видос снимаю. Мы договорились с ним видос снимать. Так. Ладно. Ха! Я победил. Я вот такой. Я. Это что такое? А, меня убили. Так, давай. Пожи, меня не убейте. А, получается, у нас 4, а у них 2, да? Понятия, 3. Блин, да как они меня так мочат? У него же прокачан автоматик. Да, у него пуля смерти. Иди пока покатайся. Ты сам иди покатайся. Я не хочу. Я тоже. Не попал. Здорово, пока. Нубика играю. Нубик. Я нубик, Рубик. Я нубик, Рубик. Я их базу разрушу. Я ему брат скажу. Кого ты брат? Мирби. Какого Мирби? О, Роблокс. Роблокс, попробуй Мафи-то поиграть. Мифи-то, или как его там зовут? Мой брат Лоутрек и еще. Лоутрек. Загрузка. Лебой. Я его сын Мармока. Да вру, я не его сын, я пошутил. Я не сын Мармока. Аминг. Это я в Роблокс играл сегодня. Молодец, закачал Роблокс. Я ударил по льду. Все, играл с Соликом, больше не вижу. Я тебе не советую. Потому что он вообще странный. Он только что провалился. Ну, он, короче, очень странный. Он только что в воду провалился. Конечно, нормальный, но странный. Знаешь, кто провалился сейчас в воду? Я. Тимофей Уланов. Да блин, как за... А, в пиги я уже захожу. Что, сейчас только хочу домой пойти, ты говорил. Что, домой хотел пойти? Да, он... Передумал уже? Да, он же передумал, короче, понял. Он уже передумал домой. Стой. Не молодец. Себе пора вали. Да, барабум. Кому? Ты. Все, тихо стоим, просто фиги. Пига, я пига, пига, пига. Пикстер. Пикстер 2. Ладно, привет, что я гружу? Тимофею! Ты, Макс, вы одинакового роста почти. Нет, я выше. Но у меня 4 сантиметра выше, короче. Я убийца, Джейф, убийца, я пикица. Так, я перехожу на другую карту. А у меня загрузка идет. А что это они там ругаются? За что? Скажи, что я не знаю. Ну, короче, те чуваки, которые там... О, не те. А, это пиги выбранные уже. Ну. Короче. Вообще. Мы команда! Лоло трек. Я просто что-то нажимаю, не понимаю, что нажимаю. Мы команда! А блин! Ладно, зайду во что-нибудь другое. Опа. Амангас. А, я знаю. Ага, ясно. Я хочу поиграть в Амангас. Амангас уже устарел, даже Макс говорит, что это говно. Я играл в него вчера. Ну, Макс, ты видела? Я играл вчера. Тебя не видели никто, даже я. А я тебя видел вчера. Ты убивал? Да. А я был убийца, но тебя оставил. Я тоже был убийца. Ну, я не понял, ну, какой это что за Амангас? Ну, ладно, поиграем. Амангас. Я, короче, вот... О, все, я зашел в игру. Кстати. Куда нажать нужно? Кстати. Чтобы играть. А как сыграть? Знаешь, Тимофей? Тимофей. 10 секунд, ты что, подожди. Да, Макс, ты можешь уже замолкнуться? Я сейчас... У Вадика девушка была. Да. А и помнишь, не нужно? Тимофей, скажи, что он дурак. Нет, он нормально. Макс, да... Да хватит уже это! О, все, уже одного выкинули. Ха-ха, жёлтый такой, ебой! Тут импостер. Как вы сыграли? Я еще даже не сыграл, алё! Вот даже желтый. Не, я не желтый, я не знаю, кто я вообще. Сейчас играем. Я фиолетовый человечек. Я второй, после тебя тогда. Да, ты будешь в этот играть, как и я. Так, у нас есть выбор.
скинов. Так, а тут ничего, ничего. А цвет можно поменять? Не, я хочу быть красным, потому что... А, это нужно купить. Не, я не буду покупать. А, игра началась. Один предатель. А кто предатель? Не предатель, а импостер. Просто смотри, как тут эпическое это все выглядит. Прикольно. Вау. В Роблоксе так никогда не было. Интересно, как убивает графика? Опа, опа, опа. Что произошло? Да сзади. Опа, это куда зашел? В сектор какой-то? Я синий, смотри, как я прикольно бегу тупо, да? Так, еще никто не нажал на кнопку, еще не нажал никто. Опа, я куда-то пришел. А, это главный сектор. Черный? Не задание нужно. Я не хочу. Опа, чувак, ты что делаешь? А, ну ты ничего не делаешь. Выполняй задание. Тимофей, если ты не знал, то девушка пшеничная живет в восьмом доме. Ты его знаешь, ну, девушка. Это нужно ком взять. 1, 2, 3, 4 и так далее. 1, 2, 3, 4, 5. Опа, кого-то убили. Смотри, как прикольно они переговариваются, да? Синего уже убили. 11 секунд до игры. 10, 9, 8, 7, 6. Красный. 4. Нет, это... А, я синий. Красный. Нет, 2 красных. А ты не поздоровался с ребятами. Красный. Красный, 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 манда. А, выжившие остались. Кто выжившие? Я же не убивал ни одного. Сейчас, смотри, меня... А, это не я был. Я же синий. Фу. А, у нас продолжается. Не, я не хочу вот эту. Ну, нормально же. А мы здесь. Это хуйня. А мы здесь. А это что такое? С карточка. А, мне получается что-то нужно сделать. Смотри, оп, это мой скин, походу. Карточку ты должен провести. Ладно. Ну, провел. Так чтобы она немедленно и не быстро. А, все. Я сделал задание. Я задание одно исполнил. Так, главный сектор компьютеров. Ребят, можете его убить, кто убийца? Нет, камеры стоят, могут заметить. Ха. А, пошел задание выполнять. О, кнопочка. Не, я не буду. Нажми. Не буду, я пошел задание еще одно выполнять. Нажми. Помнишь, тут задание было какое-то? Какое-то задание, по-моему. А, это нет тут в этой игре. В Роблоксе нет я такой. Я всегда с белыми глазами хожу. Я знаю, где мы это. Мы с Тимофеем в школе увиделись, прикинь. Я тут Тимофея видел сегодня. Я сегодня Тимофея видел два раза. А я Влада. А я не видел его вообще в школе. А, ты меня не видел. А, первый класс. Да, да, первый. Влада, Влада. Ну, а где задание? А где задание? А, вот. Нашел? Меня замочили? Оранжевый. Меня замочили, я призрак. Ой, что-то мы засиделись, брат. Опа. Оранжевый убийца. Ребята, оранжевый убийца, не разрешайте ему, я к главному сектору пойду. Вот, врачи, пойдем, да погоним ворга. А где? Ну, что тебя убили? Да я просто посмотрю, брат, тут такой. А что, я не могу в космос улететь. Это, брат, давным-давно. Смотри, не могу, а в обычном Амане. Ребят, опа, оранжевый нажал. Переговариваются. О, меня уже убили, я синий. Сейчас игра закончится. Ну, прикольный Among Us, слушай. Да. Давай ты в что-нибудь в Роблоксе поиграешь, хорошо? Я не хочу в обычный Among Us. А, я не могу, я призрак. Brawl Stars Roblox, кстати. Это невозможно такое выиграть. Майнкрафт! Майнкрафт. Надо Майнкрафтности висит. Давай. Скажи Майнкрафт. У нас висит Майнкрафт. Залипает, блин, вообще не надо. Она к тебе не зайдет. А, меня хочу нули, я получил. Да, вон она. Yes. Вон. Ты что, другая? Это Ластя Фисенко? 2, 1, 0. Короче, там одна у Шкина. Все, смотри, сейчас выгнут его. Тоже какая-то неизвестная, короче. Чуть-чуть, что-то написано еще было. Мы с Агриппой не отрешили. А, я призрак. Я до сих пор играть буду. Ой, я могу кнопку нажать. Смотри, она высвечивается, когда я подхожу к ней. Ладно, я пока полетаю. Да блин, ну ты специально. Да я не знаю, оно само меня так гнало в игру. Ты выйти можешь. На самый верх. А, вот это? Справа она вот самая. Вот это? Нас справа, лево ты выйти. А, можешь вот это? Там выйти. А где это? Снизу справа. Ой. Снизу справа.
Вот это что ли? Наверное, без понятия, я не умею по-английски. А, я вышел. А, нет, я не вышел, что за... Может, это? Да. Ага, окей. Да. А, нет, это рестарт, вот справа. Да, ага, или справа. Короче, я запутался, знаешь. Я не знаю, куда нажимать. Так, как оттуда выйти? А, отсюда? Я не знаю, как отсюда. Можно так выйти. Не понял. А что, так можно было? А смотри, я сейчас очень... я посмотрю. Ну, стой, дай. Да все, по одному разу. Ладно, пошли, Макс, пока покатаемся. Скажешь, когда это... Ок. Скажешь, да, это... Ок. А, это обычный Амон. А, нет, это не обычный. Это Роблокс. Это Роблокс тот же самый. Нет, это не тот же самый. Это Роблокс. Ну, прикольно, слушай. Я фиги потом позовешь, когда доиграешь. Ну, ладно, позовешь. Если ты увидишь своих родителей, скажи, что... Максим, разреши мне, пожалуйста, ты их увидишь. Я импостер. Молодец. А, нет, я убийца. Минус два. А я убийца. Я тут люк не могу залезть. А ну стоять! Я убийцу хочу убить. Как он меня убил? Владик, пусть ест кому хочет, пусть сам себя кто ищет, да? Пусть сам себя ищет. Валим. Я валю. Ладно, раз так, раз Владику лень, короче, здесь находиться. Пусть сад идет кому хочет. Хочет, идет хулим. Гости будут сыр был, не знаю. Я импостером хочу быть. Да ну не, я просто в обычном Аманпе. На улице. Минус три, яху. Ну тогда? А, нет. Что? Вон на синюю. А синюю даже не знаю. Почему? Так, давай, покатайся там. Покатайся, тогда я тут буду.
бы интересно. А у тебя только на английском играет? Это вообще какая-то... А, это взломанная версия, поэтому не работает. Там что-то там старое. Там старое сочинение нашел. Буду раз другую закачивать. Жалко. А, там это другой чувак. Не знаю, кто это такой, но это не Владик. Где домен? Без понятия. А? Без понятия. А где все твои игры? Я чистил телефон. И удалил больше. А вот не стал удалить. Да ты все удалил. Ну, просто там остался Brawl Stars, Minecraft, и то, а Minecraft, который не работает, и еще какая-то стрелялка, и Robux. Да. 5 игр. Самые... Live strong as the mountains. А что вот это за новую? Почему у него... Кто так и делал, я их не понимаю. Да? Да. Она, короче, замыкает. Еще... Ну, короче, противникам тоже сложно ходить. И они туда-сюда ходят. Жалко. Я буду в том покруче. Так, а какие еще тут есть новые? А это сколько кубасов? Это не мое. А это что за перс? Лизни. Здравствуйте. Девятнадцать и сорока одного. А у меня три, да, 19 и 41. Ну, я сюда практически на каждый брал пас, кроме вот. Гейла. Live strong as the mountains. Пенни. Самый быстрый слип, мой слип. А помнишь, меня в школе встретили? Да. Попрыгали. Я? Да. Нет, когда? Я отключился. И сразу отключился от кей. Я тебе два раза потом еще позвонил. На меня нападает Брок. О нет, на меня напала Роза под щитом. Роза тупая у меня. У меня 4 банки, а Роза на меня напала. О, баночка. Я пока что пойду подобываю, да, баночки с Кауроном. У меня один выстрел, это Каурон. Корды!
Карл меня решил победить двумя балками. I am guided by the spirits. No. Strong as the mountains. Опа. На меня напала Нани. На меня Нани напала. Я его ХП отчаиваю. Я Нани оставила. Ну, перемене, я ничего, я ржал, но даже я не видел. Короче, не знал. Я не видел. А у тебя был Сергей, Татьяна Васильевна или же Анастасия Владимировна? Какая группа английская? Татьяна Васильевна. А у кого нашла? Тоже, у нее там у всех тебя один учитель. Я за колето решил. Я без понятия, как играть за колет, но я решил. Да. Плохой учитель. Я не знал, зачем я это сделал. Я не знал, я жду. Халпа. Мне не то решил напасть. Я не засмотрел. Это напал. Ой, например. Макса, с которого мы гуляли. Которую помнишь? Без понятия, кого помнили. На сисенку, которую мы туда встали. А, я подкрутил. Так, за кого я хочу? Так, единственное, за какого перса я не играл, это Пэм. Понятно, я заметил. Только у него урон вблизи только хороший. Минус я. Я без занятия, меня тут не было. Я запомнился. Но у меня Эльприма в упор подошел. Я без понятия. Блин, по-моему, финала серии, если не ошибаюсь. Ребятишки, к сожалению, они в прямом... Нет, не в прямом. В прямом? Нет, не в прямом. Я первый раз играл с Пэм. Зачем? Почему? Щелька. Шелька. Да. Дом в углу. Thank you.
Да? Это мир аккаунт? Это его аккаунт. А, это его аккаунт, это его. Сколько у тебя было? Трига? Да, мне 3 тысячи. У меня 12, а у меня 3 тысячи. Ну, я уже с Толиком не дружу. Жалко, что мы не в эфире. А, хотя... Можно сделать. Хотя там Джин и все эпики, это на одном аккаунте. Вы издеваетесь? Уйди. Ой, а не на Джина, а на этого. Я Джин. Я смотрела в интернете. Я звонил в 5 утра, что я тебя выпал. Ну я валю, я валю, я валю, я валю, я валю. Ну правда у нас читеры, а у нас первая смена. У нас иногда 9:30 начинается наш урок. У нас тоже 9:20. Я хочу пени закрыть и затроллить. Вот что сколько? Валим. Я. Ну что ты мой сын? А, я понял, почему ты жив в персик? Жив в эфир? Короче, жив в персик? Я понял, почему... А, я тебе не знаю, кто ты такой, но ладно. Ты этот... Кирилл, по идее, ты Кирилл, да, ты Кирилл. Да. Так, мы не в эфире. Котлет, офигеть, я тоже мечтаю. Мы в эфире, ребята, мы в эфире. До сих пор? Да, Тимофей, поздоровайся. Ладно, поздоровайся, Кирилл. Или как? Мы в Дискорде. Мы в эфире, ура! Рады, мы в прямом эфире, записываем. Да! Я сказал в прямом эфире, что с Толиком не дружу. Толик, если смотришь это видео, то я с тобой не дружу, все. Я ему сказал, что не дружу с ним, когда встретил его. А, это уже идет на Ютубе? Да, это в Ютубе выложу, все. А, оно идет или нет? Не знаю, кто... Зачем? Подержи. А наши голоса слышны? Ну там все голоса слышны, то что... На своем, но на Ай, могу музыку добавить, чтобы заглушить. Добавлю. Ребята, рассказать вам? Давайте споем вам песенку. Здравствуйте, я Майдадыр. Всем привет, меня зовут Майдадыр. Ой, блин.
Ребята, все как, к сожалению, мы вращаем. Погнали в патик. Продолжим. Ребята, Толик, если ты видео увидишь, пожалуйста, я тебя исключу из команды и с тобой не дружу, да? Мы с ним не дружим, все. Потому что вот я не прощу Толика, то, что мне дизлайк поставил, и то, что деньги выпрашивает, все. Как говорят. Нет, там мама курса скажет, что дети. Там будет, короче, какие-то информатики, блин. Да, там, я там какие-то информатики. Тут же натирать мы. Да, блин, скажет тебе, что, блин, типа, вот скажет полицию. Нет. Говорит, что это его брат был. Ребята, вот Кухарец, смотришь этот ролик, то, пожалуйста. В этот подъезд, конечно, он, ну, чуть-чуть. Что-то он не особо не чихает. Я не пойду подъезд, нет, я не пойду. Ладненько, погреешься, разрушай. Ладно, ребята, я вас очень прошу,